Новостные ленты четверга наполнены слухами задержания Александра Матвеева, первого заместителя главы администрации. Его задержали при выходе из областного департамента строительства и архитектуры. Чиновника подозревают во взятке в 1 миллион рублей. В Следственном комитете нашему телеканалу подтвердили, что в четверг действительно проводили следственные действия в рамках расследования уголовного дела коррупционной направленности. Однако имя задержанного они пока не называют. Тем не менее, информацию о том, что это Александр Матвеев, нам не опровергли. Напомним, что чиновник контролировал работу управления архитектурой и градостроительства, управления капитального строительства, благоустройства и многое другое. Именно Матвеев отвечал перед жителями за все точечные застройки, в том числе и скандальные. Взять хотя бы недавнюю историю со строительством офисного здания на проспекте Строителей. Следственный комитет пообещал прокомментировать ситуацию в ближайшие дни.